Народ, всем привет. Наверное, где-то месяц уже не копал, все старые видео выкладываю. В конце апреля и в начале мая отлично покопал, каждый день почти ездили. Вот, в общем, решил приехать по воде походить. В том году на той стороне копал, вон там, где пляж некопанный был, где много золота, серебра достал. Вот. Но уже в этом году там был, больше ничего нету. Вот, а местные мне в том году сказали, что раньше людей заход в воду был, и тоже народ купался. Но тут все прям в тине, в ряске, ил. Я смотрю, и народ тут пикники устраивает. Значит, много мусора будет. Ну, попробую походить, посмотреть. Вот единственная воинская часть, прям около нее. Но я подошел, спросил, то что я, ну, я говорю, не диверсант никакой, просто с металлоискателем в воде полазить, что-нибудь поискать. Сказали, лази. Носочки новые взял, те у меня протекать стали, не холодно. Сейчас переодеваюсь и воду. Единственная погода, вот тучка ходит, дождик накапает. В костюме-то по барабану будет. Так что переодеваюсь и надеюсь, находки будут. Новые носочки прям приятные. Что-то у меня подозрение, что здесь когда-то купались. Уж очень сильно все заросло. Сигналов, конечно, много. Но, блин, в такой траве не полазить. Вау! А вот здесь уже почище стало, ну, блин, ил по колено утопаю. Сейчас тапки здесь ставлю. Да, здесь, короче, не полазить мне. Пойду все-таки на тот берег. Я там лазил, конечно, ничего не было, но вдруг что-то появилось. Не, да, здесь точно, нафиг. Машину здесь оставлю, так, в костюме схожу на ту сторону. Какая-нибудь банка лежит большая и что-то такое. О, достал. Улитка. О, ну, трава. О, банк, как и говорил. Ладно, пойду на тот пляж все-таки. Нафиг здесь. Не вариант. Вот с того берега прошел сюда в костюме. Уже охренел, дыхалка. Ну, он стягивает, просто тяжело у него идти. Я еще перчатки потерял, возвращался. Туда-сюда ходил. Свои так не нашел. Ну, одну нашел, вторая не знаю где. Пришлось другие взять, грязные все, рабочие. Так, ну я здесь ходил уже где-то месяц как раз назад. Может побольше, может поменьше. И особо ничего не было. Попробуем еще походим. Рыба плещется. Может новые сигналки появились. Ну, что-то все в перьях. Кто-то какую-то птичку съел. Ладно, залезаем. Сейчас вдоль берега и туда пройдусь, и туда. Там, правда, такая же тина, как там, ил. Но находки были. Там что-то вообще сигналов много. Мусорка, видимо. Ил проваливаешься, вот, утопаешь в нем. Пока воду не сбаламутил. Вон какая вода чистая, прозрачная вся. Рыбки плавают. Красота. Сверху песочек. Ну, это вдруг кажется. На самом деле здесь жесткая глина. Так, это я с того пляжа принес. Хожу на 30-й частоте. Скорость 3 поставил, потому что здесь мусора много. Скорее всего железо, но проверим. Вот о нем воду. Воу. О, монета, рубль, да, рубль, рубас. Первая находка. А пищала, железо давала рядом, ну тут гвоздей много. Я в том году их кучу-то выкапывал, мелкие гвозди, и мелкие, и большие. Где-то часик полазил, уже и дождик прошел, но я только вот здесь вот у берега лазил. Вот. В общем, попалось два крестика, оба алюминиевые, к сожалению. Мелочевки немного, рубль, 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 двушка, 5 копеек, 10, 10 и 50. Такая же штучка какая-то попалась. Сначала думал, что гвоздь, но не гвоздь. Не знаю, какой-то набалдажник. Что это? Ну, это не серебро, оно вон
уже все прогнило. А в ух вставлялось, вот как раз где в ух вставлялось, там прогнило. Может, серебро заберем, короче, часть от сережки. Вот, мусор столько, немножко игрушек. Сейчас перекур и еще схожу. Теперь там пойду в синий полазю. В общем, зашел в воду, чуть-чуть походил, пару сигналов поймал. И катушка выключилась, перестал ее видеть. Вроде я ее заряжал, но она уже старенькая, может, аккумулятор износ. Самое главное, чтобы не протекла, чтобы ее там не замкнуло. Ну все, катушка не видит. Буду домой собираться. Вот все, что по находкам, что он заснял. Только так. Сейчас домой приеду, на зарядку ее воткну. Надеюсь, что просто села. Надо вообще аккумулятор поменять.